Давно нарушены, их привлекаете, тех, кто нарушил. Вот их привлекаете. И там, где не нужно, не нужно. Уберите, пожалуйста, убирайте, пожалуйста. Уберите. Да. Сейчас мы договорились с господином Свойком, зайдут представители руководства, и на месте мы обсудим. Хорошо? Прессу а пусть сейчас... Не, без прессы. Ну, давайте, прессу пустим. Вы же вам специалисты в субботу. Да. Я тоже. Люди не разговаривают, вообще постоянно устраивают какие-то вот такого подобного, так скажем, вот такие решения. Я сказал, все, я не пропущу, я так решил. Все, проходите, кто идет на один. Вы не пойдете. В том виде, который сегодня находится площадь, это неприемлемый вид, оскорбительный вид, я бы сказала. В частности, наша газета «Свобода слова» неоднократно тоже этот вопрос поднимала. Но вы нам не власти, не вы лично не отвечали на наш вопрос. Мы решили сократить этот проект в 3-4 раза. Сократить. То есть его не развивать дальше, не перекапывать дорогу, а завершить этот проект в том виде, в том котловане, который сегодня выходит. А для того, чтобы все-таки площадь заработала как площадь, было бы целесообразно построить все-таки парк, построить подземный парк, для того, чтобы те машины, которые есть на площади, чтобы они все подземные. Был ахрында казах халкынын тухынын 32-37-ші, 16-17-ші, 41-45-ші, на ағаздағы соғыстағдай ахрында үштен үңгіп құрты деген сөз. Был ағызланың басы деген сөз. Был қанды шегірдің өмірден өз кеткенде Алланы алды бұрғады біз қалай жүзі өкіріміз.